января. И я получил диплом 3-го уровня Академии Софт-Моцарт. И 4-ю по счету медаль субдоминант. Медаль выполнена в королевском виде, что мне очень понравилось. Это моя 4-я медаль. Первая медаль – королева тоника. Вторая медаль – охранник. А 3-я – это медаль фрейлин. А 4-я – медаль субдоминанта. Я очень благодарен автору метода Софт-Моцарт Елене Владимировне Хайнер и Александру Юрьевичу, кто отправляет все эти награды. Сейчас я работаю на 4-м уровне и надеюсь получить орден короля доминанта. Я очень рад интересному обучению в Академии Софт-Моцарт. Большое всем спасибо!